Внедрение бережливого производства увеличит производительность нижегородских предприятий порошковой металлургии на 20%. Делегация во главе с министром промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области оценила новые методы работы на заводе в Кулебакском районе. По нашей утвержденной методологии снимаем текущее состояние, в ходе которого применяем такой инструмент, как картирование, который нам и показывает все виды потерь, такие как ожидания, лишние движения, лишние перемещения операторов в процессе производства изделий. Значит, мы зафиксировали все эти проблемы. В дальнейшем, после сегодняшнего дня, будет еще 3 месяца на то, чтобы эти мероприятия реализовать и достичь наших целевых показателей. На сегодняшний день у нас существует уже фабрика процессов, которую мы сами у себя отстроили. Вот. Это дело хорошее, это дает большие результаты на самом деле. Дисциплинирует людей, дает некий толчок, скажем так, в творчестве. В Нижегородской области продолжается реализация национального проекта «Производительность труда». Нашими специалистами регионального центра компетенции выбран участок по производству металлического порошка для 3D-принтера, выручка от которого для предприятий, структуры предприятия составляет 36%, поэтому как раз рост производительности на этом участке позволяет увеличивать выручку, увеличивать объемы производства. По итогам работы совместной РЦК и команды предприятия выработку на этом потоке можно увеличить на 15%.